все, что связано с событиями военных лет, с подвигом воинов-освободителей, не подлежит забвению. Эта непреложная истина, самое яркое свое подтверждение, находит как раз в музейных залах и фондах. Орловский краеведческий музей и его филиал все эти годы остаются важнейшей площадкой патриотического воспитания и центром нашей памяти. В последние годы мы видим заметную активизацию музейной экспозиционной деятельности, реализованы много ярких общественно значимых начинаний. И сегодня, благодаря взаимодействию с информационным агентством «Россия», сегодня Орловщина стала участницей проекта, который имеет большое историко-воспитательное значение. На выставке из фондов знаменитого Совинформбюро представлены уникальные фотографии.